Всем привет, вы на канале RamPlay. Мы продолжаем играть в The Isle. Подключился все-таки я на Age of Dean через IP-адрес, через их. Подсоединился. Я хотел деактивировать Рекса, ну а подумал, ну а почему бы нам его не слить, да? Ну а нафиг, тут 6 минут, ты представляешь, эти ожидания, деактивация, там кого-то активировать. Тут убьет и все. Следующий уже будет за другого. По красоте все будет прямо охрененночко, хорошечно, красиво. Постараюсь сделать более короткие серии, то есть надо вам только не забыть, ну, потому что когда есть игра и интересная, ты начинаешь играть, это все пиздец, все из головы вылетает и жопа происходит. А это что там, труп или камень? Не, это камень такой, да? Блин, как будто кто-то лежит, смотри. Ебать, реализм 100%. Я уж думал, кто-то в АФК режиме еще хотел нанести свой коронный удар. За тираннозавра. Но нет, это простой обычный валун. Здоровый камешек. Так, ну в принципе я нахожусь на гейзерах. Сейчас мы тут все осмотрим. Посмотрим, кто тут есть, кто у нас тут чем дышит, кто где прячется. Сейчас мы все выясним. Сейчас вот только дойдет у меня мой старенький Рекс. Ему уже 200 лет, так что. Передвигается он потихоньку, еле-еле. Но все-таки возраст, это все дела, надо беречься. Опа. А я вам говорил, да, так вот. Я говорил. Как там? Я же говорил, сейчас мы кого-нибудь чпокнем. Сейчас я его накажу. Вам только тут есть такой вонючий, говнючий камень, на котором постоянно ноги ломаешь. Вам только не наступить на него, там вроде и пролетает он, да, немножко, ну чуть-чуть вообще. Ну, блять, обязательно, ну, ломает ногу, ну, он вон там, он этот говнючий камень. Ну, кто это орал? Вроде Зуха, да? Или мне показалось? Все забыл, ни крики не помню, ничего, кто орал, чего орал, ну вон, ну, уже бота слышу. Где-то тут кто-то кряхтел рядом, да? Но не вижу, бля, пойдем, ну, туда поднимемся. Там орут боты, значит кто-то прячется, это не мои боты, потому что я сытый. Там, наверное, какой-нибудь жувик. Любас в засаде сидит, дрожит, думает, что все пиздец. Ну да, потому что орут он там бот, а там жуйки спавнятся. Скорее всего, так и есть. Жуйки нам не интересно, вот с адолтами-то посражались бы. Ну, только не с целой кучей, ну нахуя мне целую кучу. И один. Один на один в честном бою. Прям опиздонили бы быстро. Это орал где-то в сторону северной реки, да? Ну, то есть он туда по спуску. Да, вот он, бот орет. Полюбас вот 100% джух сидит. Ну, маленький, может, юточка, может, Рекс, Гига, там еще кто-нибудь. Ну-ка, я вот так вот сяду сейчас. Давай, ну, присмотримся как следует, да? Ну, на шифте вот так потихонечку. Давай, вглядывайтесь. Если вдруг увидели, а я не увидел, то пишите в комментариях. Ты слепой, нихуя не видишь, он был рядом. И так далее.
взглядом. У тебя прям вообще нихуя не вижу. Ровным счетом ноль. Никого. Ну вот орут. Это неспроста. Тут какой-то гад сидит. Или может, кстати, на меня охотится. То есть я думаю, что я охотится. А на самом деле... Ой, блин, что я сделал? На самом деле там два спинча, например. Две гиги, почему бы нет? Так, давай чат врум. Посмотрим, что там пишет вообще. Там вообще ни звука нет, он бы хоть звук издал, что ли? Неужели играть научились все, да? То, ну, то есть не орут, тихо сидят. Обычно орут как ёбнутые. Почему как? Если что, слово ёбнутое, это значит красавчик. Так что претензий ноль. Ладно, хуй с ним, пускай там сидит. Он, наверное, со кирпичами там сидит. И под ёлку их ложит. Строит кирпичный завод. Ну, а нам-то чё прятаться? Мы ящер-тираны. Тиранорекс. Тиранозавр. Это меня должны бояться, а не я. Пойдем туда, в сторону северной реки. Там орал какой-то засранец. Какой-то засранец орал. Не боясь ни страха, ничего. О, кстати, на утро чпокнули. Ночное зрение, ну, особо юзать не буду, ну, потому что ну, у меня зимний мод, оно и так все видно. Затемнен, конечно, маленечко, ну ничего, зато ну, для глаз благодать. Блин, вот дождик идет, вот понюхать хотя бы. По следам обнаружить, увидите. Нету, нету никого. Блин, тут камни такие, как будто кажется, кто-то лежит, сидит, отдыхает. А подходишь, это гребаный валун. Вон он. И содалека кажется, да, как будто гиби, например, на перекурчике отдыхает, так расслабился. Ты вроде атаковать, а там болт, а камень. Соответственно, ты на него наступаешь, делаешь прыжок и пиздец. Ноги все переломаны. И в это время из засады выходит какая-нибудь гига, который сторожил тебя, да? Опа, дилда. Дилда. Дилка. Дилда, дилка. Вот, все, дождик прошел. Орала на Титане где-то, они, походу, там что-то все. И мне кажется, это что за лаг такой, я не понял. А хотя я все время, ну, забываю, именно вот на этом повороте со зимним модом постоянно какие-то лаги. Если у вас все то же самое, пишите в комментах. Ну, у меня постоянно просто тут лаги. Как не прохожу вот этот закуток гребаный, мне начинает фризить, дергать. Она где-то вот здесь орала, вроде, рядом. Нет, мне кажется. Блин, вроде нет никого. Ладно, пойдем к северной реке. На поворот хотя бы выйдем туда, глянем. То есть там, то нет. Если нет, то на Титан. На Титане уже сойдемся в жесткой схватке с кем-нибудь. Ибо. Чё это за хуйня? Ч
Что это за имбецилский Рекс, бля, мне тэпнулся? Это что, ну, админ был, похоже, испугался. Рэм, не. Я вот так пишу. Добьешь. Давай добью. Ну а чё, вот вам экшен. Не сломал, кстати. Сколько у него жизни-то? Чё это за хрень? Ах, Тюмень. О, убил, неужели? Так я и не попал первый раз. Слюка. Вот, и смотри, у нас экшон прям, он рвется. Давай, давай, дилки. Мне все равно этого Рекса надо слить. Ну, то есть он мне нафиг не нужен. Они опасные дилки. Блин, как я по ней не попал. Вот как я по ней сейчас не попал, скажи. Ох, как шон прям огонь. Одно убил. Попадает тварь. С блидом, конечно, зря бегаю. Блин, как я по ней не попадает? Есть еще одна, минус две. Давай, минус две, давай, дальше, дальше, я требую. Продолжение банкета, да? Блин, вот сейчас был такой момент. Ёбаный в рот, просрал, смотри. Две только убил, две, мало. Очень мало. Суки, ну а так выдавили. Есть еще одна, минус три. Ну три дилки минус, нормально. Блин, как вот сейчас? Как? Ты это видел? Как она, сука, не умерла? Читерская, 100%. Заебало, все, сейчас я ее поймаю, гадин. Пусть, сука, поймаю. Ну, у меня блит, я сейчас умру, блядь. Только не пингуй. Ну как вот сейчас, как? Как они так бьют, бля, я ж прям ее кусаю. Конечно, может, не попадаю, тоже как вариант. Ну
Ну как вот сейчас, как? Ну тут пиздец, у меня уже прям тонна, блин, да? Максималка прям. Давайте, добивайте. Ну их больно много, прям дохуя этих девок. Блин, нифига он по ней не попадает. У нас, сука, прям перед носом бегает. И он по ней не попадает. Есть еще одна минус. Ну сколько я? Раз, два, три, четыре дилки убил. Ну, в принципе, это огонь вообще. Это заебись для Рекса. Ну, то есть я все, сатады их ебаные раскидал почти. А сатались вот полпокера два. Ну их тоже сейчас заберем. Есть что? Без обид. Смотрим. Вот этот меня заебал. Он, сука, читер какой-то. Он, сука, прям меня заебывает, закусывает. Есть, еще одну. Убил, одна остался. Ну я ногу себе сломал. Ну убил, сука, убил. Пять дилок один. Ты представляешь, пять в одну каску, нахуй. Размотал просто. Сюда иди, уебок сраный. Я до тебя доберусь, бля. Вот вам экшон, хотели экшон, на. Матный, ругательный экшен. Я их всех отхуярил. Ну все, теперь на одном месте стоим, умираем. Мы теперь уже точно никого не догоним, не поймаем, вообще ничего не сделаем. У меня перелом. Все, теперь я только отдыхаю, стоим. Не, ну нормально, 5 девок забрал, охуенно. Двадцать восемь были, да. Не, я уже по-любому не отхилю. С третьим экраном. Верной смерти. Ну, нормально, нормально. Я всех положил почти. Огонь вообще. Пять дилок, пять. Ну, это рекорд. Меч такого нет. Пять дилок, нормас вообще. Ну все, тут уже 100% вернее смерть. Мне ну жалко, конечно, но с одной стороны охуенно такой файт. Мне понравился. Огонь, ну тут уже все пиздец. I'll be back. И как раз на этом завершим, да? Ну вот как раз будет минут 20 видосик. Ну нормально, нормально вообще. Ну, одна вот более-менее опытная. Да, вот этот вот. Ес, бля, ес! Заебись, блядь, ты представляешь, 6, сука, дилок, 6, блядь. Вот, вот, 6 дилок, 6. 6 дилок, блядь. Ну это вот самый, сука. Ну задрот такой, он меня заебал, блядь. Ну я попал, сука, 6 дилок, ебать. 6. В одну каску. И не говорите мне, что потом там, блядь, одна дилка может Рекса убить. Вот а вам, вот а.
Видал, я тебе говорю, 6, вот, вот тебе наглядный пример, 6. 6 дилок, бля, 6. Они просто упали, его видал. Я даже прыгнул отсюда, бля, вон, за это, видишь? Видишь, вон там лежит. Я прыгнул за ней, бля. Я прыгнул туда, сука, я ее достал. Она от меня не ушла. И нехуй потом пиздеть, то что, ой, да Рекс там в одну каску убил. Хуй. Рекс это сила. Если правильно им владеть, это огонь. 6 дилок. В одну каску, бля. По красоте прям. Правда, четвертый экран уже при смерти все почти был. И то поломал ногу просто. Я сейчас прям, ну, от кайфа прям лопну. Ну, эйфория прям вообще, знаешь, прям благодать такая, потому что, сука, прям... Ох, по красоте прям разобрал. 6. Ну, конечно, ну, у меня сомнения были, то, что я их, ну, не вывезу. Но попалась она все-таки. Попалась эта дилочка прям. И вот теперь хилим спокойно, жрем. У меня тут мясо. Но Рекс, правда, от админа душевный подарок. От души. Спасибо. От души душевно. От дилочки нежданчик прям такой прибежал ко мне и на нахуй. 6, бля, ебать, наверное, ну. Ну, они в ахуе там сидят, да? Как так 6 дилок Adult Rex просрали? Ну, он, по сути, даже мог бы не атаковать меня, я бы умер. У меня уже столько бледа был. Я бы не отхилил. Но жадность, она всегда губит, блядь, вот запомни. Жадность это такая штука жесткая. Не, ну вот этот вот, который лежит рядом, ну, молодец, ну, он долго продержался, ну, у меня в левой ноге, в правой ноге, ну, то есть, сделано по красоте, то есть, опытный уже игрок. Это не то, что там, да, как вот эти вот, например, ну, они все боялись там... За 2 укуса все упали. Если бы были все такие, я бы их убил. Даже со вторым экраном не было. Просто вот, ну, один более-менее профессиональный попался. То есть, но все равно, видишь, ну, допустил ошибку под самый конец. Жадность, ну, сыграла роль. И все, получил пиздюлей. Соответственно, я отхилился. Я живой. Алёжа, я не умру. Рекс блит довольно-таки быстро хилит. И экран тоже. Теперь у меня много трупов. Спокойно покушаю, отхилюсь. Тогда следующая серия будет, ну, опять за Рекс. Ну, а почему бы нет, вдруг такой экшон опять? Вдруг только уже 6 аллозавров, бля. Я бы вот против на 6 аллозавров тоже пошел. Я бы им прям, блядь, разорвал. Ихние тела прям в кровь. Красоте. Не, классно, классно. Вот вовремя я зашел, прям как чувствовал. Ой, кайфово, как вообще прям. Ну, адреналинчик такой апнул охуенный. По красоте прям. Не забывай жать лайкос и подписываться. А, выходит. Сейчас отхилим, покушаем, воды попьем. Ну, бой красивый, конечно, мне понравился. Прям эпичный такой. Когда убил 5 девок, ну, я даже был готов умереть. Это уже был рекорд. Я и 6-ю добил. Плюс у меня была нога переломана, потому что... Ну, я вон зато и прям прыгнул, нахуй. Прям взял, вот, нахер прыгнул. На шифте рванул. Я потому что знал, что она не на шифте была, я на шифте. Я ее догоню. Вот я за ней побежал. Я прям спрыгнул вниз и резко ее одним укусом прям.
чпокнул. Но за это я поплатился своей ногой, то есть я пожертвовал левой ногой, сломал ее, но я ее достал. Все, теперь только долгое время хилит. Сейчас отхилим блит, покушаем, попьем, на этом завершим. Отхилить-то потом зайду, отхилюсь, если не убьют. Не, желательно надо второго экрана бы хотя бы, да? Давай сейчас тут полежим маленько. Экшен больше не будет, это 100%, так что... Если кому интересный хил, то можете до конца посмотреть. Кому не интересно, то надеюсь, вам было приятно смотреть, да, как мы чпокали этих дилок. Вы нажали на лайкосик, подписались, если не подписаны. Дальше больше будет интересно. Экшончики прям жесткие бывают такие. Ну, например, как я на одной дилке два Adulter X'а отчекрыжил. Это на стриме есть, можете посмотреть. Предпоследний стрим, который был. Глянуть можно. На одной дилке двух Adulter X'ов повалил. А тут шесть дилок против одного Рекс и просрали. У меня максимально было... Знаете, сколько, если не спиздеть? Максимально было... Четыре дилки нападали на меня. Ну, это максимум прям. То есть вот со четырьмя я бился тоже, ну, до четвертого экрана. И бился я с ними вон там, вон на северной реке. В овраге там, да, у меня бой был. Я там с ним бился. Соответственно, на канале есть видео, можете посмотреть. Они мне там что только не писали. Рекс, да ты не вывезешь там, да ты умрешь. В итоге они все умерли. Они потом, ну, на гигах пришли. Но у меня был труп, и я отхиливался. То есть они посмотрели просто и ушли. Не стали против правил убивать. Потому что возвращение на место смерти нельзя. В течение полчаса. А они буквально быстро пришли. Это первые две дилки на двух гигах зашли. Я их убил, пока я убивал тех, кто, ну, то есть они... Активировали там, тэпнули. Я буквально, может, минут за 10, ну, за 15, потом еще двух убил. Лег регенец, и пришли гиги прям рядом. В игру зашли сразу. Ну, это по-любому они были. Это прям как не крути 1000%. Никак иначе. И все. Я почти отхилил один блит. Не, ну Рекс вообще прям боевой красава. Если бы был Барионикс, ну, то все, нам была бы крышка. Ну, на него левый хитбокс не действует. А остальные все вот эти дилки, аллозавры, ютки, это все, они все умирают. Если ты на Рексе хотя бы более-менее умеешь играть, то они, ну, ни при каких обстоятельствах, ну, не смогут тебя убить. А если, ну, их там тем более две или три... Есть только, ну, профессионалы прям какие-то такие, прям жесткие. Профессион будет какой-нибудь, вот тогда да. А так, не, они всем проиграют. Сейчас мы подкрепимся. Ну, мы с одной дилки, ну, наедимся, а их тут... Смотри, тут это поле боя вообще, смотри. Тут жестко прям поле боя, да, как будто тут целая группа билась, да? А это все я один всех, вот вообще всех прям. Ляпнул прям красиво. Ну-ка, давай-ка. Не, ну так без крови неинтересно. Давай с кровью я еще потом удалю лишнее все. Так, сейчас на одну секунду отключу вебку, обязательно превьюшку. Надо хорошую же, надо, правильно? Нам надо классную превьюшку.
Я, конечно, могу и с вебкой я ее потом удалю, но нафиг лучше отключить просто все. Так. Давай, пока он у меня тут весь такой раненый, да, такой прям герой, бля, можно сказать. Ну, Рекс, ну повернись. Вот. Вот по красоте. Ну, теперь устраиваем фотосессию, че. Экшон удался, чпокнули, теперь можно. Спокойно по фотосессии, да? С другой стороны смотрится, ну, около трупа фото делал. Это жестко, конечно. Ну, а что поделаешь, он прививку надо тебе, хорош какой-нибудь, правильно? Мне даже, ну, не надо, ну, спецэффектов добавлять. То есть у меня и так окровавленный экран. То есть такой жесткий прям реальный будет. И все, все по красоте. Так, кстати, все, я сделал, надо вебочку включить. Сколько у нас? На 31 минута. Вот, давайте на этом тогда завершим, да? Этот видосик насыщенный получился. Довольно-таки по красоте прям вообще. Даже в календаре себе отметь этот день, сейчас я тебе скажу, бля. 28.02.2023. Рэмплей чпокнул 6 девок. Бой был эпический около гейзера. Он сотаял, как легендарный воин. В пылу страсти он прыгнул вон за той дилкой, чтобы сломать ее нахуй, к хуям собачьим. Он ее добил вообще прям жестко. И потом встал со сломанной ногой. Он не пасанул, он не сдался, он боролся. Взял просто и последнюю, ебанул и все. И вышел в этом деле победителем. Так что подписывайся, ставь лайки, комментируй. Не забывай про колокольчик. А я с вами прощаюсь. До новых видео. Всем до встречи, всем пока.